Что может дать человеку свеча, с которой он может работать? И вообще, что может давать человеку огонь? Первое. Когда человек смотрит на огонь, вот вы мне часто задаете вопросы. Андрей Андреевич, чем мне заниматься? Вам ответить на этот вопрос поможет обычная свеча. Зажигаете свечу и просто на нее смотрите. Вы знаете, что если у человека нет ответов на вопросы, в случае, если у человека нет идей, чем ему заниматься, ему поможет просто медитация на пламя огня, на пламя свечи. Смотрите на такую свечь или посмотрите на пламя свечи. Какие ответы можно получать? Или на пламя огня? Какие ответы на вопросы можно получать? Смотрите, в случае, если свеча у вас круглая, в виде шара, то тогда вы получите ответы на вопросы такого риторического, вселенского масштаба, там, будет, победит или еще что-то, что вам делать. Если это душевные вопросы, будет жить с вами, любит вас, не любит, то свеча должна быть треугольная. А вот в случае, если там не знаете, чем заниматься, нет никаких идей, не знаете, как купить квартиру, то необходимо сделать свечу, которая будет в виде куба или квадрата такого. Все виды таких свечей продаются в моем магазине, вы можете перейти, приобрести и смотреть. Ну и первое, второе, третье можно реализовать, если просто смотреть на пламя свечи или просто в обычный костер.